путешествиях. И мы рассказываем, как можно путешествовать бюджетно, не имея тысяч долларов на счету. И сегодня мы приехали на охоту в магазин Tesco. Это огромный супермаркет в Чангмае. Они есть по всему Таиланду и в Малайзии также. И есть отличный способ купить продуктов здесь с большими-большими скидками. Сюда нужно приезжать в 6 вечера. И в это время начинаются скидки на овощи, фрукты, разные печеньки и так далее. А после 8 вечера начинаются скидки на готовую продукцию, на готовую еду. И сейчас мы отправляемся в отдел овощей на охоту. Поехали! Ну что, друзья, мы приблизились к овощному отделу. Я покидаю свою карету и отправляюсь на охоту. Вот первая цель. Нужно искать товары с такими желтыми ценничками, где перечеркнута цена и написано новое. Это какой-то круассан за 12 бат, он нам, конечно, ни к чему. Или вот это вообще какой-то прикол. Маленький крошечный пирожок, обычная цена типа его 20 бат, а сейчас он стоит 10. Тоже беспонтовая штука. А это сок. Вот ценник 11 бат, был 22 бата. На часах у нас 7:30. Осталось полчаса до скидок на готовую продукцию. Везде в Азии очень дорогие яблоки, к которым мы так привыкли. И вот, например, обычно 4 яблочка могут стоить 70 бат, а сейчас их предлагают за 17-25 купить. Вот. Потом, например, вот целый пакет манго за 14 бат. 3 штуки, почти килограмм. А дальше, это что? Баклажаны. Баклажаны здесь тоже довольно не из дешевых. Вот 35 бат изначально цена этого пакетика и 8,75 сейчас уже скидочное время. Потом вот такая вот штука. Это местный фрукт, он по вкусу напоминает тоже яблоко, сладенький. Вот 27,50 вместо 55. Салатик айсберг. Все продукты на самом деле где-то немножко, конечно, помятенькие или коснутые, но вполне съедобные и классные. А вот, друзья, и готовая еда. Тут она вся подает в таких странных пакетиках. Вот такой пакетик 14 бат вместо 30. Вот есть суп за 14,50. Местные уже знают, куда нужно идти, в каких местах что искать. Это знаменитый острый-острый перец чили. Вот, 50% скидочкой. В каждом магазине Tesco есть какой-то свой уголок, своя стойка, на которую складывают разную еду, на которую сейчас скидки. Поэтому не стесняйтесь, обходите разные места, разные ряды. Всегда такая полка или стойка стоит в отделе овощей и фруктов. Вот здесь такая. И периодически, когда уже народ что-то начинает разбирать, продавцы отделов сюда сносят и сносят разную еду уже с оценкой, разные овощи, фрукты. Поэтому иногда мы просто стоим и ждем так в сторонке и смотрим, что же туда положат. Сейчас идем и забираем, потому что здесь очень многие люди так делают. И это
позволяют очень здорово сэкономить. Для меня было удивлением, но я обнаружила, что в Таиланде и также как в Малайзии очень дорогие соки. Хотя, казалось бы, здесь полно фруктов, можно, не знаю, давить соки сколько хочешь, но вот обычные цены, например, на какой-то морковный сок 69 бат, вот овощной 41 бат, цена за литр, вот там 79, ягодный 59, 75 сливовый, черника 59, апельсиновый 59, то есть вот такие вот какие-то дорогие соки. Не знаю, мне неприятно. Мне казалось, что страна, где так тепло, где вечное лето, можно выращивать кучу-кучу фруктов, овощей и давить из них соки и продавать дешево. Казалось? Вот, пожалуйста. Это не так. Причем это продукт, произведенный в Таиланде. И вот, причем 59 бат, это по скидке. А вот алкоголь. Значит, вот эта штука, это бренди, что ли. Очень ужасная, не покупайте ее. Она стоит 100 бат за 375 миллилитров, но нам она ужасно не понравилась. Вкус паршивый. Потом похмельный синдром еще хуже. Поэтому мы очень мало пьем. Вообще без малейших проблем и задержек в течение 3 минут мне вернули 67 бат за сладости, которые я взяла нечаянно, думаю, они стоят 20. Вот, платили мы карточкой, но вернули нам наличкой. Так что все круто, обращайтесь в Customer Service, и там вам помогут. Всем привет! Сегодня мы хотим протестировать алкогольные напитки Таиланда. Купили впервые вот какую-то непонятную бутылочку, где все абсолютно написано на тайском языке. Вообще ни одного слова ни на английском, ни на каком другом. Похоже на пиво. Будем пробовать, дегустировать. И вторая штука. Это маленькая бутылочка, тут всего 300 миллилитров. Это какое-то вино, но с пузыриками. Стоит эта бутылочка 30 бат в супермаркете Теска. Идем пить. Итак, что там у нас? Итак, Сиам Сато. Что это? Брага. Ужасная брага. Как это брага? Вообще не пиво, это просто брага. Брага. То есть вообще не пить? Андай, теперь я. Все получше. Нет, ты засними меня, я пробую свое. Это сладкая какая-то муть. Давай теперь свое вино. Какое-то пенящееся. Full moon, полная луна. Тоже, короче, не очень. В общем, напитки в Таиланде, алкогольные, полная хрень. Их местные напитки вообще никакие. С алкоголем в Таиланде лучше не связываться, если это не импортный алкоголь. Поэтому, в общем, не очень тут с алкоголем.